И всем привет, ребят, с с Байк, я сегодня записываю новый ролик Сегодняшний видеоролик посвящен нашим долгожданным анонсам Сегодня у нас четверг, и это первый видеоролик, посвященный новым видениям Которые уже завтра появятся в игре, буквально через полчаса, часик будет еще один видеоролик Либо, когда вы смотрите этот видос, уже второй видеоролик вышел Так что тоже после этого просмотра переходите смотреть следующий видос, посвященный нашим анонсам Ну а в этом видеоролике Ролики. Мы поговорим по поводу нового года. По, по поводу новых ивентов, которые ждут нас в игре уже завтра. Ну а если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игры в аккаунте установите молитвы. Так, так тимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы э, сегодня быстренько пробежимся по новому году, именно с завтрашнего дня стартует этот замечательный ивент и несет он с собой 50% скидки на все и не так, как это было раньше. То есть, если раньше у нас были 50% скидки на все, и каждый день на один пунктик в гараже делали скидки, то есть, например, сначала магазин, потом скидка на пушки, на корпуса, на дроны, на краски, на э, резисты, все это дело было отдельно, то сейчас сделали просто 3 дня с 22, а именно с завтрашнего дня по 25, суббота-воскресенье включая, 50% скидки на... На все Дальше специальные режимы Снежки на Глебычах Появляются у нас на целую неделю Дальше легендарные голдоловы Появляются с повышенным шансом выпадения голдов И это будет не просто голды А там еще и будет энергия Так как у нас здесь На превьюшке уже есть Спойлер Гауса Айс А это значит что нас ждет Новая новогодняя Мини игра с этим Скином Дальше гонка вооружений и пиромания на вас по жигах. У нас тоже спецрежим с повышенными голдами будет. Специальные предложения появляются у нас с ключами сразу, так как с завтрашнего дня у нас в игре уже появляются ключи. Всем советую открыть контейнеры уже сегодня, дабы ничего не потерять в этом плане. Ну а с завтрашнего дня уже будут ключи и будет много новых устройств и... Нововведений в ультраконтейнерах. Во втором видеоролике мы этот момент побольше разберем. И разберем новые устройства, которые появятся. Но ну и здесь есть также миссии: у нас с ключами. В сумме здесь можно зафармить. Сколько тут получается? По 3. 3 ультрика, да, то есть 3 ультрика, 6, 9. 12 ультриков и плюс еще здесь с каждой миссии по одному ультра и того 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 и плюс 12 и того 24 ультра контейнера можно получить плюс супер миссия еще есть с адвент календарем которая продлится с 29 декабря по 18 ноября, выполнив 10 стандартных миссий, вам станет доступна финальная супер миссия. То есть каждый день вам надо будет выполнять заданочку и получать награды. Элитный пропуск появляется с скин-контейнером также за 1000 звезд. И стоимость ее будет 2-300 танкончика. Двойные фанды и опыт наконец-таки появляются. Но появляются не только лишь на 3 дня с 22 декабря по 25. Мега голды. Ну и новогоднее оформление. Ну и как я уже сказал, это еще не все. Самое интересное еще только и только впереди. А именно новая мини-игра, которую мы вместе с вами ждем. И надеюсь, что она будет фармовая. И можно будет сделать лютый бизнес и еще в этом плане. Ну а что касаемо Нового года, то в целом, наверное, все стандартно, без никаких супер жестких новостей. Ну, единственное только ключи. Да, ну, в принципе, кто смотрит видеоролики, тот уже и так об этом деле знал, так как видеоролик на канале у нас по этому поводу был. Пишите, что вы думаете по поводу Нового года, как вам по вашему мнению, да, ждете ли вы мини-игру, ждете ли вы эти бомбические скидочки, чтобы уже завтра затариться, ну и пишите также, какие устройства вы бы в приоритете хотели бы увидеть, ну и ждите следующий видос, либо он уже вышел на канале, где мы все эти устройства разберем поподробнее. Обязательно поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, но у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!